Лещина. Так, всем привет. Я взял себе сушек. Оп. Во. И черный чай с сахаром сегодня. Сегодня в какой-то веке не зеленый. По тематике какого бы слота ты был не против получить одежду? Я бы хотел... Я уже как-то рассказывал, что бы я хотел. Я бы хотел какой-то супер топовый кубок. То есть, допустим, это... Или, либо Мидас, либо Дионисий. Я бы хотел Гладиус, настоящий Гладиус. Вот. Я бы хотел кубок, потому что так кубок не нашел, супер топовый прям. Если бы тебе прислали костюм тигра, стал бы в нем стримить? Нет, блядь, мне бы жарко было. Почему я бы не стал стримить в неудобствах, ни при каких обстоятельствах. Короче, мне нужен Гладиус настоящий. Настоящий, это очевидно, заточный, блядь. И кубок. Тиара или корона прикольно. Знаете, на самом деле, почему? Тиара либо корона прикольно, потому что их можно надеть вместе с наушниками. Ее. Ну, уж тиара, да? Тиара лучше, чем корона. Тиара либо венец. О. Ни-ни-ни-ни. Ху-ху-ху-ху. И я. Да, я. Привет, расскажи, как... ты сейчас поддерживаешь свою физическую форму, как часто занимаешься спортом или зарядкой? Не часто. Как ты оцениваешь свое ментальное состояние на фоне того, что происходит в мире? Ну, достаточно высоко оценю свое ментальное состояние. Оно у меня всегда, в принципе, ну, я всегда ментально в тонусе, так сказать. Всего тебе доброго и хорошего. Как и обычно, когда не лень, я просто бегаю или там дома какие-то упражнения делаю, типа отжиманий, либо там подтягиваний. Но сейчас реже. В последнее время обленился. Вообще, в целом, меня мое ментальное состояние не прям вот идеально устраивает. Но если сравнивать с другими людьми, то у меня, я не знаю, блядь, на высшем уровне бытия ментальное состояние. Если сравнивать с другими, с большинством. По этому поводу точно особой забот нету. А так, конечно, оно меня, ну, не прям устраивает идеально. Я бы хотел, чтобы было лучше. Какого хуя мой стул на проводе? Блядь! Здорово, пиздец, неигравильно. Если я не прав, но ты не думаешь... что они мне кажутся безэмоциональными из-за озвучки на незнакомом языке. И я так, я вообще, что? Нет, не мог бы. Вообще, ты супер неправ. Супер бред. Супер бред. Наоборот, дубляж только хуже делает в этом плане. Когда я говорил, что аниме безэмоционально, я говорю, что там плохая режиссура. Там ужасная режиссура и детские сеттинги. Я не говорю, что они безэмоциональные. Наоборот, там овер-эмоции пытаются забайтить на тебя какие-то, блядь... Ну, то есть пытаются выжать больше эмоций, чем человек может выдать в там какой-нибудь определенной сцене. Когда я вообще такое говорил? Нет, какую-то супер хуйню пронес, сори. Аниме кажутся хуйню срежиссированными. То есть супер детские сеттинги, где пытаются выдавливать эмоции зрителей. И причем тут вообще язык незнакомый? Нет, это вообще никак не связано. Наоборот, в оригинале больше шанс получить эмоцию. Ну, по крайней мере, с меня. Короче, нет, аниме просто хуйня. Аниме просто хуйня, полная хуйня. Вот в этом дело. В целом, как жанр. Потому что это, ну, дешевые мультики, которые снимают супер хуйню. Режиссеры. Созданием аниме занимаются бездарные люди. Вот в чем проблема, то есть, да. Самые бездарные люди занимаются анимехами. Те, кто по скиллове какие-то там мультики клепают, да, там, у которых есть какой-то там бюджет. Те, кто еще более скилловые, рисуют графику для фильмов, да. А самые-самые бездарные люди, самые, типа, те, кто вообще ничего не умеет, они рисуют аниме, я так понимаю. Потому что там всегда бездарная анимация и рисовка. Всегда. Стабильно. Переходите на наш телеграм-канал. Ссылка в описании или по коду на экране. Каждый из нас будет свежим, но есть шанс того, что вместо нация будет собачья какашка, которую не отличить от нации, пока не откусишь, или стать негром в 1780 год на день за 1 миллион. За 1 миллион вроде неплохо. Какая сочная клубничка! Я бы такую съел. Мне в целом слот нравится. Вау! Бонуска! Это что?! Стрим бонусок! Первая бонуска за 3 казика! Уху! Пыжи-пыжи, 10x! Пыжи-пыжи, 10x! $30! Это что за бигмак? Ууу, клевер! Хьюч мало! Биг мало! Клубнику! Хьюч мало! Пыжи-пыжи-пыжи-пыжи-пыжи! Пыжи-пыжи-пыжи-пыжи! Хьюч мало! Дай клевер или леечку! Ну пыжи, 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 пыжи! Сука, биг мало! Хьюч мало! Ну дай же, блядь, увеличение чего-то-то. Клубничку! Ну хьюч мало! Хуйня, какая желуди ссаная! Какая биг хуйня, ничтожная, никчемная! Биг хуйня! Хьюч! Еще сундуки! Хьюч! Еще и бонуска! Хьюч! 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 Ой, пожи, пожи, пожи! Шаром делает! Пожи, сделайте что-то!
Да нет, блядь, какое наебалово, нет! Вон 100 икс и 2 бонуса, блядь! Нет! Бомбу съешьте, ну блядь! Ну блядь, сколько тут денег может быть в теории? Нет, 2 бонуса это хуйня, посмотри на эту хуйню! Аааа, 3 бонуса и 100 икс, блядь, я ничего не выиграл! Я ничего в бонуске вообще не выиграл! Да! Как же мне не везет всегда! Каждый ёбаный стрим, как мне не везет, блядь! Гость 7 перед 10 на косарь, нахуй. Эх, кто он, блядь, какой-то индус и еврей? Дай денег. 6. Пошел ты нахуй, чел. Иди ты нахуй, чел. 3, блядь. Жопу подотри. 4 к 1 семерка. Вот тут верим. 100 к 1, блядь, семерка. Когда я на нее ставлю, она просто не падает. Не падает нахуй. Помолчи. Папаня, что бы ты выбрал? Каждый нац будет свежим. Да я ответил! Шанс, что вместо нац будет собачья какашка. Че, дурак? Не отличить от нац, пока не отпустишь. Или стать игром. Стать негром! На один день. За один MLN доллар. И землен. Тоже так могу. Го. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Понятно. Все заберет просто, да? А, так, я так и понял. Вообще все заберет буквально. Я б***ь тварь. Буквально вообще все заберет, то есть. Я в ах... Как мне так не везет стабильно, что я не могу ни копейки выиграть? Мы ж не отыграли. Бонуска дороже стоила, да? 1620. Ну хоть как-то, ладно. О! О! Блять! X1 Wildshed, дуры, ёб... Шалавы! Ладно, шучу, извините. Хорошие девочки, наверное, в целом, но, блин, X1 Wildshed. А прикиньте, X3 или X2 хотя бы Wildshed была. 5 желтых гейш. Желтые гейши самые высокооплачиваемые. X1 Wildshed, сука! Биг-биг-биг! Опять у меня! В целом, дерьма наелся. Всем пока. До побачення! Прощавайте, любі глядачі.